Приветствую, странник. О, привет, денежный человек. Добро пожаловать в мой магазин, благородный рыцарь. Могу ли я заинтересовать тебя причудными товарами из дальних стран? Я могу предложить несметные сокровища, какие душе угодно, всего за несколько золотых или серебряных монет. Что же угодно твоей душе, странник? О, да просто хочу купить мешочек орехов. А ты не знаешь путь до городка Парчер? Мне бы не помешало верное направление. А, этот городок. Я могу подсказать путь, у меня там семья. Хорошие там люди. Я уверен, тебе будет приятно познакомиться там почти со всеми. Почти? А, трепещите перед моим злодейством, червяки! Скоро все эти вкусные тортики будут прямо в моем животе! Чё? Вот бы нашелся тот, кто может помочь! Ага, селеви! Не воруй. Верни назад. Да, мэм. Иди подумай над своим поведением. Невероятно! Привет, я мэр этого города, и ты только что спас мой городок. И кого же мне стоит благодарить за этот отважный поступок? Зигфрид. Я Зигфрид. Чудесно! Ты должна быть тот рыцарь, которого мы ждали. Народ, приготовьте свой праздничный грим. Отныне завтрашний день будет днем, Зигфрид. Прошу, Зигфрид, можешь остаться на ночь у меня. Я покажу тебе настоящее парческое гостеприимство. Будет суп. Суп. Мистер мэр, я ценю этот чудесный ужин и то, что разрешили остаться на ночь. Но серьезно, в этом не было нужды. Глупости! Ты спасла все вкусные тортики миссис Эпплс из лап этого хулигана! Это меньшее, что я могу предложить. Кроме того, готовила моя жена! Оу! Спасибо за ужин, миссис мэр. Мне нравится, как вы сделали с... овощами? Да, да, с ними. Видели того парня на воздушных шарах, а? Это так странно. А, да, Мефисто. Сегодня он исполнил особенно подлый трюк. Полагаю, тебе следует знать о нем, если ты собираешься жить здесь, в Парчере. О, можете не привыкать к моему присутствию. Я ценю коттедж и все остальное, но у меня дома в любой момент может понадобиться помощь. Я жду письма со дня на день. Оставайся сколько захочешь, нам будет приятно видеть тебя здесь. Я покажу тебе новый дом после завтрашнего праздника. Он, скорее всего, тебе понравится. А пока тебе нужно немного поспать. Ты проделала долгий путь, и лицо у тебя определенно уставшее. Я бы вздремнула. Великий Мефисто вновь вернулся с новым коварным планом. И на этот раз еще более подлым. Эй, добро пожаловать в мой магазин чудес и желаний. Покупайте что-то, если хотите, наверное. Ух ты, тебе и правда интересно все это представление, да? А, слушай, у тебя есть что-нибудь от ушибов лампой? Не знаю. Наверное. Он что, украл пастернак? Наверное. Скажешь ему, пусть вернет, если увидишь. О, это идеально. Вы люди так добры. Мне так нравятся эти 12 кубиков. Прячьтесь в своих домах, жалкие людишки, от меня, великого Мефисто, что вернулся вновь. Блять, у него теперь еще и магия? Любите дождик, глупцы? Что ж, смотрите, как я залью ваше веселье в этот прекрасный солнечный день. Ня!
для моего следующего фокуса я... Нет, что случилось? Эй, пожалуйста, помоги! Я не знаю, что произошло! Я в порядке. Уходи. Спасибо. Проснись и пой. А ну, развяжи меня, ты червяк. Ты же не связан. Просто сидишь на своих руках. Ау. Я отвезу тебя в столицу на казнь. Что? Я даже ничего не сделал в этот раз. Так, уродец, заткнись и собирайся. Мы отправляемся немедленно. Стой. Меня даже не будут типа судить? С адвокатом? Так, ладно. Если ты сможешь найти здесь хоть кого-нибудь, кто еще хочет тебя защищать, он может пойти с нами. Это честно? Ну, ладушки, я пошел. Попробуешь сбежать, наручники взорвутся. Встретимся здесь в 3. Нет. Пожалуйста, прошу. Твою мать! Блять! Привет. Здесь есть адвокат, типа... Прошу, мне нужен адвокат. Мне нужна помощь, чтобы кто-то пошел со мной в столицу. Пожалуйста, это очень важно. И, кстати, у меня нет денег. Нет денег, чтобы заплатить. Вообще-то я адвокат. Нет, блять, нихера! Говоришь, адвокат нужен? Да, хочешь защищать меня в суде? Да. Зал суда, туда пофиг. Ты говорил, направляешься в столицу? Да. Я не думаю, что ты разделишь мои интересы в суде. Поверь, все получится. О, да, едем в столицу. Ты опоздал. Это что, крольчиха-продавец? Чел, я просила найти адвоката. Я его адвокат, сучка. Воу, погнали! О, мой бог. Просто не отставай. Надо не опоздать на корабль. У, ты такой падший рыцарь-леди!